Традиционная спартакиада среди госслужащих прошла в Уланском районе. Соревнования были посвящены Дню государственных служащих. На старт вышли специалисты со всей области. Основной целью мероприятия стала пропаганда здорового образа жизни, патриотизма и национальной культуры. Участников соревнований приветствовал руководитель отдела культуры, развития языков, физической культуры и спорта Уланского района Ерхат Сатыев. Открытие спартакиады прошло в стенах спортивной школы. Ежегодно в преддверии Дня государственных служащих мы проводим спартакиаду. В целях укрепления коллектива мы собираем специалистов со всей области. Раньше мы проводили соревнования по футболу и волейболу. В этом году решили провести соревнования по национальным видам спорта. В соревнованиях приняли участие 7 команд, которые сыграли в Тогуз-Кумалак, и 11 госслужащих приняли участие в Казах-Куресе. В спартакиаде приняли участие руководители управлений. Они сами являются примером для подражания и вовлекают в спорт других сотрудников. С нами приехали специалисты департамента статистики Восточно-Казахстанской области. Они будут участвовать вместе с нами. Мы рады, что в этот раз будут национальные виды спорта. По словам организаторов, основная цель соревнований – пропаганда здорового образа жизни, привлечение государственных служащих к систематическому занятию спортом, повышение сплоченности в коллективе. В целом, в принципе, игра идет хорошо. Первая игра сыграна отлично. Мы все трое наших участников победили в этой игре. В принципе, очень приятно, что мы все. Мы в целом ежегодно участвуем в этих спартакиадах. В этом году немножко стандарт изменился. Участвуем только именно по национальным видам спорта. Победители и призеры спартакиады были награждены медалями и грамотами, а также памятными призами от организаторов. Лейла Сембекова, Ардана Серикказами, Расхатулы, Алтай Ахпарат.